Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередная программа из серии «Серегинский склад». И сегодня у нас с вами нелегкое слово, хотя я очень устала сегодня, но выбрала для вас трудное слово, действительно трудное. И звучит оно «цофач». «Цофач» — это несовершенный вид глагола, а совершенный вид «цофнонч». Что делать «цофач», что сделать «цофнонч». У этого глагола несколько значений, и они все связаны друг с другом, родственные значения. Первое значение – это возвращаться назад, то есть в то самое место, откуда мы прибыли. Например, такой пример. «Жебы там доехач, мусиш найперв цофнонч». «Жебы там доехач, мусиш найперв цофнонч». Это значит, чтобы туда добраться, ты должен сначала вернуться в то место, из которого ты прибыл. «Жебы там доехач, мусиш найперв цофнонч». Или такой пример. «Цофни, а потом ешь целый час просто». «Цофни, а потом ешь целый час просто». То есть вернись в то же самое место, откуда ты прибыл, а потом поезжай все время прямо. Окей, это первое значение, еще раз повторяю, возвращаться назад в то место, откуда мы прибыли. Второе значение – ехать назад. Не возвращаться туда, откуда мы прибыли, а просто ехать назад. Например, «Кеды цофалыш удержилыш в слуп». «Кеды цофалыш удержилыш в слуп». Это значит, когда ты ехал назад, ты ударил в столб. «Кеды цофалыш удержилыш в слуп». Или, например, такой пример. «Они по воле цофали». «Они по воле цофали». Они ехали назад потихоньку. Потихонечку ехали назад. Или «трохе цофнелищме». «Трохе цофнелищме». Это значит, мы немножко отъехали назад. Это второе значение. И третье значение тоже связано с чем-то, что мы назад уже забираем. Берем назад, например, свое слово, аннулируем бронь, меняем свое решение, отменяем свое решение, снимаем какое-то обещание и так далее. Снимаем, например, обвинение. Как сказать, снять обвинение? Например, я снимаю с тебя обвинение. Цофам оскоржение. Цофам оскоржение, бо можно догадаться полюбовне. Потому что можно договориться нормально. Полюбовно можно договориться. Цофам оскоржение, бо можно догадаться полюбовне. Или, например, он не цофне своей децизии. Он не возьмет назад своего решения, он не отменит своего решения. Он не цофне своей децизии. Или, например, обетница została выцофана. Обещание отменено, обещание взято назад. Обетница została выцофана. Или очень часто в аптеках, например, вы приходите, хотите какое-то лекарство, а вам говорят, что его нет, его отменили уже, нет, не производят его. В аптеке вам скажут так: «Лек ест выцофаны с продукции» или «Лек ест выцофаны зе с продажи». Или просто «Лек ест выцофаны». Нужно купить другое лекарство, да? И теперь так, теперь родственные значения этого слова, родственные слова. Например, очень часто мы можем добавить приставку, и значение слова, точно так же, как и в русском языке, изменится. Может быть, не кардинальным образом, а достаточно сильно. Например, о человеке можно сказать так: «выцофанный», «выцофанный». Он щедел якиш выцофанный. Что значит выцофанный? Это тот, который не принимает участия, малоактивный, тот, который думает о чем-то о своем, он не здесь, у него там какие-то свои проблемы. Он щедел якиш выцофанный. «Вы», убираем приставку «вы», заменяем ее на приставку «за», и получается совсем другое слово «зацофанный». Зацофанный, например, она из бардзо зацофана в своих поглёндах. Что это значит? Это значит, что ее взгляды на жизнь, то есть поглёнды, ее взгляды или на какой-то предмет, да, ее взгляды на какой-то предмет очень устарели. Она из бардзо зацофана в своих поглёндах. У нее по-старому она смотрит на эти вещи. Например, можно сказать тоже, что он немного опаздывает в своем развитии. Сказать по-польски можно таким образом: «цофнентый в розвою». Он ест цофнентый в розвою. Это значит, он опаздывает в своем развитии. Дальше. А вот не сказала я вам об одной интересной вещице. Вот смотрите. В первом значении я говорила вам о глаголе «цофач», это значит «возвращаться назад». Да? Вот когда мы говорим по-русски «возвращаться назад», вот подумайте. Это немножечко у нас плеоназм. То есть как бы масло масляное, потому что возвращаться, в принципе, можно
ну, вперед не возвращаются, возвращаются всегда назад, да, к исходной точке, откуда пришли. Так вот, у нас в нашем языке мы не чувствуем бессмысленности этого выражения, тавтологии этого выражения, и оно у нас совершенно, это совершенно нормально, принятое выражение. Вот по-польски, если так сказать, «цофач до тыу», это уже плеоназм, это недопустимо в литературной речи. Хотя я должна вам сказать, что все, абсолютно, ну, скажем, 95% народа населения Польши говорит именно «цофач до тыу», хотя в литературном языке это считается ошибкой. Итак, я думаю, что в конце концов, точно так же, как и в русском языке, это будет нормой, потому что слишком много людей так говорит. Итак, еще раз повторю, нельзя сказать по-польски «цофач до тыу», хотя все так говорят. Дальше, смотрите, вот точно так же, как в русском языке, можно добавить частицу «ся», возвратную частицу, и получится как бы себя, самому себя возвратить, да? И по-польски точно так же «цофач ще», «цофнуть ще» и «выцофач ще». Я, например, «я выцофауем ще зе своей децизии». «Я отменил свое решение». Так тоже можно сказать. И дальше, существительные, отмена, типа «отмена» или «езда назад», получается «цофание», «цофненче». И есть еще интересное слово по-польски, которое звучит «цовка». «Цовка». Это слово немножко разговорное. Оно, скорее всего, не литературное. Во всяком случае, в литературе я его никогда не встречала. Это слово, я думаю, что достаточно новое. Например, какой бы мне пример вам привести, чтобы вы поняли его значение? Например, «тутай спшедаем цовки из ружных склепов». Здесь продают то, что не продалось в разных других магазинах, это все свезли сюда и продают здесь. Вот это вот, вот такие вот, то, что не продалось в других местах, это называется цовки. Цовки. Или даже, здесь есть такое значение, в значении, почему оно не продалось, потому что там какой-то брак был, что-то не так. И это нужно было забрать назад. Оно не то, что не продалось само по себе, там что-то было не так, или там шов какой-то кривой, или дырка где-то и так далее, и это были цовки, возвраты. Или что-то у кого-то там, кто-то что-то купил, у него быстро разорвалось, нужно было принести назад, потому что плохое качество, да, он возвратил это назад, то есть как будто бы цофнул, да, и вот эта вещь называется уже цовка. Вот оно интересное, но немного даже сленговое как бы слово. Итак, на сегодня все. Повторяю. Цофнонч, цофач. Возвращаться назад, ехать назад или аннулировать, отменять, забирать назад. Вот эти вот основные три значения этого слова. А сейчас я благодарю вас за внимание. И до завтра. С вами была программа «Серегинский склад» и Серегина Светлана. Пока-пока. Честь.